Рецепт хвороста из детства. Его готовила еще моя мама. А я только недавно вспомнила такой десерт, как хворост. Хворост на воде делается легко и быстро. Теперь такие печенья кушают и мои детки. Моя ребятня очень любит хворост кушать, присыпанный сахарной пудрой. По желанию его можно полить медом и присыпать рубленым орехом. Получится настоящая пахлава. Я предлагаю вам узнать, как приготовить хворост на воде хрустящий, воздушный, легкий и очень вкусный. Такое печенье съедается за одно чаепитие. Порадуйте своих близких, не пожалеете. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Мука 1 кг, вода 1/2 стакана, масло растительное 1 стакан, соль 1/2 чайных ложки, сахар 1 чайная ложка, разрыхлитель 1 чайная ложка, сахарная пудра по вкусу, количество порций 10-14. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующие видео, которое поможет вам вкусно готовить. Всем пока!